Новый год с чемпионами для воспитанников детских домов и ребят с ограниченными возможностями Караганды организовала Федерация тяжелой атлетики Казахстана. Для маленьких гостей это более 1000 ребят подготовили настоящее новогоднее представление. Красочная театрализованная постановка, лазерное шоу, насыщенная программа стали доброй традицией встречи с именитыми спортсменами. Хотим приобщить детей с ограниченной возможностью к спорту, сделать как бы для них такой праздник. Хочу пожелать им крепкого здоровья, позарясь наступающим Новым годом, пожелать крепкого здоровья, больших успехов, чтобы они встретили в своей жизни только доброжелательных и позитивных людей.